Наташа Подольская и Максим Маринин представляют Белоруссию, а мюзикл «Дракула». Ces mots simples sont l'âme d'une histoire complexe. L'histoire d'un prince qui régna sur le peuple de Valaki avec un courage éclatant, mais aussi avec une épouvantable cruauté. Surnommé l'enfant du diable ou fils du dragon, le prince des ténèbres était aussi appelé Dracula. Qu'elle aime enfin Dracula et qu'elle se couche dans mon lit. Je porte en moi un lourd secret. Je suis la reine d'un empire qui ne vivra jamais en paix et qui vous mènera au pire. Amour, ma vie, je m'abandonne entièrement. Nos prières, que le ciel s'ouvre et nous pardonne. Déjà je vois l'éternité où vous entrez dans la légende. Seigneur mon maître bien-aimé, déjà je suis cruel et tendre. Понятно, что Максим Маринин был графом Дракулой. А она жертва? Ну, а не обманула она его? Уж больно на жертву была не похожа, Наташа. Мне настолько понравился, настолько мощный, сильный, стильный номер. И хореография потрясающая. И ребята исполнили так. И поддержки, и даже фокус вот этот в начале, когда она подъезжает к нему. Я совершенно не поняла, как это сделано. А неважно, не мы понимаю, не должны догадываться. Правда, интересно. И я бы еще хотел отметить, ну, практически все пары сегодняшнего дня, костюмы, то, что было сейчас одето на графе Дракуле, Максиме Маринине, я не видел никогда, но заметил.